Здравствуйте, дорогие телерадиозрители. Мы начинаем передачу «Якутск сегодня», и с вами Юрий Семенов. У нас сегодня в гостях замечательные молодые педагоги, заместители директоров по воспитательной части. Это Слепцова Рози Семеновна, заместитель директора Актемского научно-образовательного центра, и Протопопов Егор Андреевич, заместитель директора по воспитательной работе Намской улусной гимназии имени Николая Семеновича Охлопкова. И сегодня за режиссерским пультом Айдын Слепцов и Екатерина Голикова. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме, которая была инициирована в рамках 25-летия встречи, большой юбилейного события создания сети президентских школ Республики Саха-Якутия, созданных нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым. Это создание ежегодного общенационального праздника Дня благодарности родной школы. И вот наши сегодняшние гости расскажут, что это за инициатива, что это за такой праздник, как говорится, какую цель, задачи преследуют. Безусловно, для нас всех родная школа является такой темой, которая находится глубоко в душе. Каждый из нас выходит из школы. Там не просто учат жизни, словам, буквам, считать, умножать, как поется в песне, да? Но мы там встречаем первую любовь, знакомимся с друзьями, которыми идем по всей жизни. И, конечно же, получаем самые главные базовые знания за 11 лет учебы, которые нигде больше не дается, как дается в школе, даже в высшем учебном заведении, хоть нисколько не умаляя его заслуги. Школа все-таки это целая жизнь, 11 лет. И вот что это за праздник, о котором сегодня мы с вами говорим, День благодарности родной школы? Пожалуйста, Егор Андреевич, немножко расскажите об этой удивительной инициативе. Ну, во-первых, добрый день, уважаемые дорогие телезрители, радиослушатели. Ну, эта идея стоит начать, да, с того, что эта идея возникла в прошлом году. Ну, по республике еще в 20 веке по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева была создана сеть его имени, да, президентских школ республики. Да, и вот на данное время в этой сети у нас состоят 11 общеобразовательных учреждений республики со всех уголков нашей необъятной республики. И вот в рамках этой сети мы еще в прошлом году провели форум меценатов, попечителей, выпускников, родителей, да, то есть тех людей, которые непосредственно работают со школы, оказывают им материальную и духовную помощь. И вот в рамках этого форума из уста самих выпускников и самих участников вышла такая идея, то что выпускники не должны терять, так сказать, свои корни, да, откуда они получили старт, базовые знания, да, и объявить как бы такой день, чтобы в этот день могли скооперироваться, подойти, ознакомиться, да, и внести какую-то лепту в дальнейшее развитие своей школы. И вот идея выпускников была создать такой день благодарности, да. Но мы наряду с этим также понимаем, что такие дни выпускников, встречи выпускников, естественно, само собой проводились, проводятся, но вот мы хотим, ну, захотели, да, как-то более организованно, порядочно и систематично сделать, утвердить такой день ежегодно, традиционное мероприятие, чтобы было во всех общеобразовательных учреждениях. То есть, устанавливается один день, когда любой выпускник школы любого года может прийти в стены своего родного, скажем, альма-матер, школы своей родной, и встретиться, наверное, с выпускниками, встретиться со своими учителями или вообще вспомнить свои школьные годы. В этот день школа для них открыта. Ну и самое главное, наверное, в знак своего уважения, в знак своей благодарности, или на якутском языке, как говорят, «итиллибит», это есть, дать какой-нибудь подарок своей школе, да, день благодарения. Но этот подарок, наверное, может быть не только выражен в деньгах, каких-то финансовых ресурсах. Вот на эту тему, как вы говорили, обсуждали, каким он должен быть, этот день именно благодарения своей школе. Рози Семеновна. Так, добрый день.
Ну, выпускники у нас, мы хотим, чтобы наши выпускники были вовлечены в образовательную и, ну, в социальные проекты наших образовательных учреждений сети школ, да, и чтобы они были к нам близки, чтобы они не теряли связь, чтобы была, да, вот устойчивое развитие наших отношений, да, между выпускниками, учениками, учителями и, конечно, родной школой. Да. То есть я правильно понимаю, что здесь идет речь, что это непрерывная связь, что этот день устанавливается, чтобы всегда между школой, его учениками, выпускниками связь оставалась. Да-да-да, Юрий Иванович, ну, в целом вы вот верно отметили ну, истинную цель, мысль этого дня. То, что именно, ну, не только в этот день, да, в течение вообще учебного года, в течение календарного года, естественно, идет связь школы, учреждения с выпускниками, да, ну, и с другими институтами нашего общества, допустим. Но именно в этот день, как вы сказали, именно выпускники должны будут подойти в свою школу, да. Не секрет, что многие ребята после окончания школы многие годы не посещают свою школу, да, ввиду каких-либо обстоятельств. То в этот день они как бы... 3 марта сегодня, в тот день нам надо будет подойти в школу, выйти к своему выпуску, к ребятам, к одноклассникам, как-то продумать что-то, да, какое-то мероприятие или какую-то помощь, да, вот. Именно вот такую цель несет. То, что каждый выпускник должен чтить, помнить, уважать свою школу и как-то участвовать в ее жизни в дальнейшем, даже после окончания школы. Вот, Егор Андреевич, вы только что сказали 3 марта. Почему вы выбрали именно эту дату, 3 марта? Ну, эта дата тоже не зря, да? Это необычная дата, так сказать, которую мы просто так выбрали. Она несет в себе смысл очень большой, мы считаем. Поскольку мы этот форум проводили в рамках именно сети президентских школ первого президента, да, Михаила Ефимовича, то 3 марта он в 1997 году, то есть в этом году 25 лет тому назад, да, 3 марта он издал указ именно о создании вот этой сети. А это связано вот с указом, что 3 марта 97 году была создана сеть президентских школ, и в знак ознаменования юбилейных мероприятий вы решили установить этот праздник. Да, особенная дата для нашей для сети. Нас, конечно. Безусловно, вообще, вот если немножко продолжить вот ту тематику, то мы когда говорим о попечителе, меценатство. Ведь это было всегда на самом деле, да, мы с вами в Республике Саха-Якутия помним знаменитого мецената Кривошапкина, который не только в своем родном Улусе, но и здесь даже в Якутске построил школы. Мы знаем из Актемского лицея, что Иван Павлов в 1874 году создавал школу, полностью финансировал эту школу, в том числе платил заработную плату учителю, при интернате держал 5 учеников. То есть, продолжая добрые традиции, которые были заложены у нас в республике, нашими предками, мы объявляем о создании вот такого дня благодарности, так скажем, благодарения своей родной школе. Понимая, вот понятное дело, что если посмотреть на историю, то в 19 веке, в 18 веке, даже в начале 20 века мы с вами знаем, что состоятельных людей не было, были единицы, купцы, дворяне, которые имели какие-то деньги, а большинство людей, безусловно, это были очень бедные люди, которые ежедневно боролись за жизнь, а деньги были только у купцов, у знатных людей, которые имели определенный, скажем, накопление, капитал, и они на самом деле не жалели этих сил и средств и своего, так скажем, порой большого и даже небольшого кармана создавали удивительные школы. А сегодня ситуация совсем другая. В принципе, большинство людей благодаря массовой грамотности, Великой Октябрьской революции, некоторые другие историки скажут, да, вот социалистическому нашему, социальному нашему государству мы имеем возможность того, что каждый имеет работу, каждый имеет небольшой доход, и, в принципе, наверное, в этот день тоже мог бы поделиться хоть частичкой, хоть 100 рублей, хоть 1000 рублей, кто может быть больше, наверное, больше. А вот в ваших школах есть такие примеры меценатства? Пожалуйста, Роза Семеновна, Егор Андреевич, кто? Ну, немножко продолжая вашу мысль, да, о том, что
именно не только материальная помощь может оказываться, да, в школе, а также, ну, духовная, да, интеллектуальная, попечительство, культурная, да, помощь, попечительство со стороны вот меценатов, людям, которые не безразлична судьба альма-матер школы, да. Например, в нашей Намской устной гимназии имени Николая Семеновича Хлопкова, естественно, тоже из года в год ряд поколений тоже оказывают помощь своей школе, своей гимназии, да, будь то это и материально. Допустим, у нас недавно состоялся наш 25-летний юбилей. Вообще наша школа, наша гимназия была основана в 1994 году, и 25-летний юбилей, допустим, мы получили ощутимую как материальную помощь, да, так и, так сказать, неощутимую помощь, да, в виде, ну, поддержки. Проводятся классные часы нашим ребятам, да, проводятся какие-либо встречи, ознакомливающие, мотивирующие наших ребят, учащихся, да, людей, которые уже достигли определенного успеха в сферах деятельности, которые интересны ребятам. То есть они приходят, читают лекции, проводят занятия, да? Да, я думаю, то, что, ну, не только в Намцах, и вообще во многих школах ведется такая работа. А у вас как в Актемском лицее, Роза Семеновна? Ну, у нас профориентационная связь с выпускниками всегда у нас держится. Каждый год, ну, у нас есть план, каждый месяц приходят, ну, сейчас через Zoom, да, выходим на связь с выпускниками, и каждый из выпускников проводит профориентационную работу к прикрепленным классам, получается, да. И у нас каждый год проводится такое мероприятие, гала, да, и подведение итогов года. Ага, и у нас там, ну, вручаются есть стипендии. Ага, стипендии, именные стипендии вручаются, ну, по итогам года, да, лучший ученик, лучший спортсмен. И даже учителям вручаются, да, такие, учителям, и это устанавливают, я знаю, тоже стипендии. Да, да, и родителям даже устанавливают. Точно так же у нас. Ага. То есть вот такая индивидуальное попечительство, оно на самом деле есть, наверное, в каждой школе. Да. А когда мы говорим об установлении Дня благодарения родной школе, то мы говорим о массовом меценатстве в системе образования. Вот. И это очень важно для нас. Дорогие телерадиослушатели, мы скоро прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 32-00-66-32-11-66. И мы с вами продолжим разговаривать на очень интересную беседу о создании нового общенационального праздника Дня благодарности родной школе. Оставайтесь. Спасибо большое, дорогие телерадиослушатели, что вы остаетесь с нами. И в эфире снова передача «Якутск сегодня». И с вами Юрий Семенов. У нас сегодня в гостях Рози Семеновна Слепцова, заместитель директора по воспитательной работе Актемского научно-образовательного центра, и Егор Андреевич Протопопов, заместитель директора по воспитательной работе Намской улусной гимназии. Мы с вами работаем в прямом эфире, и у нас есть звонки. Звоните по номеру 320066. Дорогие наши гости, мы сегодня с вами обсуждали несколько очень волнительных, наверное, для каждого из нас моментов. Мы вспоминали о школе, об установлении интересного праздника Дня благодарности родной школе. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали у нас есть телефонные звонки, давайте послушаем их. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Выпускник 2012 года, Лисаканский лицей-интернат, Сисов Иван, беспокоит вас в прямом эфире. Развивая данную тему, хотел бы сказать, что по России у нас заведено провести день выпускников где-то в конце января, либо в начале февраля, ну, то есть первая суббота февраля. И если по Якутии посмотреть, то данный лицей, то есть мой лицей, Суканский лицей-интернат, еще до этого ФМШ, выпускники ФМШ проводят встречу со школьниками в начале года, января и феврале месяце. Чем это связано? Связано с тем, что многие выпускники поступают в центровузы,
центральные университеты, и, конечно же, после сдачи экзаменов они у нас приезжают к себе домой в Якутию только в конце января, и таким образом они у нас рассказывают про то, что они смогли сделать, что они для себя нового открыли и так далее. Но знаете, что были моменты в Государственной Думе, была идея вывести данный праздник на общенациональный признак, но идея, как оказалось, рухнула. И думаю, что настало время возродить данную идею. Мне идея понравилась, то, что сейчас наши гости рассказали. 4 марта именно объявить меня днем выпускников. И, знаете, про меценат тоже нужно тоже рассказать насчет лицея интерната. Были выпускники у нас, конечно же, именитые, и из последних можно перечислить именно имя Арсена Томского, который сегодня является лидером на IT-отрасли. И как раз он вручил вот в 2020 году, в конце января, своей родной школе, лицею 1 миллион рублей. И вот такие примеры, и вот такие люди, да, которые могут для себя открыть новые возможности, не только в пределах республики, но и за пределами мира, могут принести очень даже многое. И думаю, что такие мероприятия нужны для социально-экономического развития, для того, чтобы наше население развивалось, понимало, куда нужно идти, по какому развитию и так далее. И в конце хочу сказать, именно один из ваших гостей тоже является моим, так сказать, одногруппником, учились в одной группе с Егором Андреевичем. И рад, что я его видел в данном прямом эфире и с данной темой. Спасибо. Спасибо большое. Еще один у нас звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Алло, да? Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алексей Павлов, выпускник 2012 года Кусалданского улуса, село Баргонцы, Мирунская, СОЖ-1. Вот очень хорошая вот эта вот идея, то, что создать такой день именно выпускников для встречи со своей школой. То есть, получается, уже прошло сколько? В этом году у нас 10 лет прошло уже, как мы закончили школу. И вот раньше мы, получается, во времена студенчества, то есть посещались в школу, там всякие на праздники приходили, поздравляли учителей, то есть, сейчас уже времена идут, как говорится, да, но очень таких примеров, то есть, допустим, если слышать от выпускников 2016-2017 года, то есть таких моментов, когда они приходят в школу, чтобы поздравить своих родителей, учителей, там, встретиться с выпускниками, таких моментов очень мало. И вот это, в общем, я поддерживаю вот этот вот проект, то, что такой день хотят сделать. Ну, это, наверное, поможет как раз-таки дата такая, то есть перед самим сдачей ЕГЭ, то есть во время подготовки ЕГЭ, да? И, то есть, выпускники, которые уже закончили школу, закончили вуз, и они уже непосредственно работают, они, допустим, могли провести классные часы. Дать хорошие советы. Да, дать хорошие советы. Думная дата. Да. То есть они уже, люди, которые уже набравшись опыта, да, они знают на своем примере, куда можно поступить, допустим, там, как там учиться, как там работается. Да. Вот спасибо большое. Момент. Спасибо большое, Алексей. Мы желаем вам удачи, успехов. И самое главное, спасибо за ваши теплые слова. Вот Иван Сивцев, из выпускника Республиканского лицея-интерната. Вы как с ним учились, оказывается. Вот молодое поколение слушает вас. И Алексей Павлов тоже выпускники, кстати, сети президентских школ Республики Саха-Якутия. Вот Алексей, например, рекомендовал всем школам республики усилить работу с выпускниками, чтобы они приходили, общались, рассказывали. А Иван очень хорошо
сказал, что необходимо вот не просто установить такой день, но и самое главное, чтобы выпускники приходили, не забывали школу. И вот ярким примером он привел Арсена Томского, который не забывает свою школу. Я знаю, что он всегда помогает, и не только своей родной школе, но и многим другим школам нашей республики. Я знаю, что в прошлом году, в 2021 году, он помог также Актемскому лицею. Вот если очень кратко, расскажите, пожалуйста, Роза Семеновна. Я знаю, что он выделил 1 миллион рублей для создания школьного технопарка. И вот сеть президентских школ отличалась тем, что практически во всех школах в 2007 году по инициативе форума «Ленский край» Михаила Ефимовича создавали школьные технопарки. Вот ваш школьный технопарк, вот он чем отличается от других технопарков и вообще в чем его суть? Наш школьный технопарк работает в 5 направлениях, да. Там есть у нас IT-лаборатория, есть авиамоделирование, есть лаборатория прототипирования, еще занимаются вот мультимедиа, да. И в каждом направлении у нас такие специалисты своего дела, да. Ага. Дети всегда у нас занимают призовые места, являются победителями неоднократными, да, ага. Например, есть у нас авиамоделирование, лаборатория, да, здесь у нас ведется кружок аэрокосмической инженерии, да, который рассчитан на учащихся 9 и 10 классов. У нас в кружках занимаются с 1 класса, с 1 по 11 класс, все охвачены. Но технопарк, в технопарке занимаются. Суть технопарка в том, что там прям инженерно-техническое реальное воплощение своих идей в жизнь. Да? Угу. У нас звонок. Здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Иванович. Ага, здравствуйте. Вот молодые вот учителя, вот завучи. Я вот с Хангалатского улуса, вот там, где Актемский нот. Да. Родитель Слепцова Марина Семеновна, звоню. Вот, у меня 4 детей, вот 3 обучаются вот в Актемском научно-образовательном центре, да, и вот как слова благодарности я хочу, вот, ну, вот день благодарения, слова благодарности. Я, например, хочу сказать, вот у меня ребенок инвалид, да, и вот он обучается в 7 классе. Я очень хочу, как родитель, я хочу благодарности слова сказать учителю истории, вот Ольге Афанасьевне, вот нашей Вере Ивановне, которая из 5 класса наших детей учит. Вот у меня 3 детей обучаются в данное время вот в этом Актемском научно-образовательном центре. Вот дочка моя начальных классов учится во 2 классе, она отличница. Вот Лана тоже в 7 классе учится, она вот хорошистка. И вот это очень хорошая идея. Я вот эту идею поддерживаю. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи, чтобы ваши детки были успешными, чтобы у них все в жизни сложилось хорошо. У нас еще один телефонный звонок. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Говорите. Хангалатский улус, член общественного совета улуса Валерий Иванович Артюшкин. Валерий Иванович, мы слушаем вас. Ага, у меня, значит, 2 вопроса. Вы внимательно прослушайте мои вопросы и ответьте. Это очень глобальные такие вопросы. Поэтому я призываю вас к вниманию. Вот я член общественного совета, интересуюсь, сам учился, сам выпускник. Школу мы все прошли в советское время, в настоящее время. Вот мне программу, я хочу вот у этих продвинутых ребятишек, вернее продвинутых вот этих наших гостей, моя землячка одна, Актемская, да, учебного центра Михаила Ефимовича Николаева, передаю ей привет. С Хангалатского улуса. И вот я хочу спросить у продвинутых этих молодых людей, их мнение хотел бы знать. Вот программа российская, учебная программа 11 лет, вы как вот считаете? Мне она, я у ребятишек спрашивал, сам так смотрел, наблюдал. 11 лет люди учатся, получают только учебное образование. А вот 11 лет учатся, кто не поступил, те остаются безработными. У нас много здесь безработных. Я и там наблюдаю, во всех районах здесь безработные. Не все поступают. А вот если бы с 8-9 класса бы трудовую специальность какую-нибудь давать бы, раньше просто вот машиноведение было, и парни шоферами становились и подрабатывали уже после школы. Вот как вы думаете, вот программа,
Конечно, это не это вопрос глобальный, как говорится. Не нам решать, но я ваше мнение хотел знать. Может, присоединитесь ко мне. Второй вопрос, значит, в связи с ухудшениями международного положения, вот, я сам военный человек, поэтому я хотел бы у вас узнать тоже ваше мнение. О развитии сети кадетских школ, чтобы ребят, пацанов, девчонок готовили к военной службе. Во-первых, дисциплина была бы. Во-вторых, у нас не очень хорошее положение международное. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Как вы на это смотрите? Очень прошу за внимание вам. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. На самом деле, очень интересные вопросы задает. Вот член общественного совета Хангаласского Улуса, вот, Роза Семеновна, я прошу вас передать персональный привет вашему земляку, который вас отметил. Вот. И два вопроса очень серьезных. Первое, на самом деле, если немножко перефразировать, о качестве образования. 11 лет человек обучается в школе, и получается, что он порой остается без образования и так далее. Это вопрос достаточно серьезный. Что делать так, чтобы нам повысить качество, чтобы каждый человек получил соответствующее, достойное образование? И какова роль в этом сети президентских школ, чтобы таких детей не было? И вот как вы считаете, чтобы внедрение ранней профилизации и трудовой специализации? Мы сейчас немножко прервемся на небольшую рекламу. Дорогие телерадиослушатели, оставайтесь с нами. Мы обязательно вернемся и продолжим. Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. Мы снова возвращаемся в нашу передачу «Якутск сегодня». Снова с вами сегодня Юрий Семенов и наши гости Рози Слепцова и Егор Протопопов. Сегодня мы говорим об очень интересном празднике Дня Благодарения, благодарности своей родной школе. И вот мы завершили буквально второй блок нашей передачи на вопросе Валерия Ивановича, член общественного совета Хангаласского Улуса, задал очень интересные вопросы. Первое, что вы думаете о качестве образования и как нам возможно вернуться к трудовому обучению с 8-9 класса? Вот как вы думаете? Скажите, пожалуйста, Егор Андреевич. В целом про качество образования, да, так сказать. Ну, начнем с того, что у нас в системе образования есть определенные конкретные стандарты, которых мы придерживаемся во всех общеобразовательных учреждениях. Вот он, да? Задает вопрос, нужно ли давать какие-то специальности, как в советское время? Как вы думаете? Ну, отчасти, я считаю, он в некотором роде говорит правильные вещи, которые возможно внедрить в реальную жизнь. Но все же мы сейчас работаем по определенным установкам, видение, да, которое как бы уже установлено, которое диктуется. Вот мы работаем по этой системе. Вот. Я считаю, вот как что у вас, ваше мнение, Роза Семеновна? Ну вот, я бы хотела добавить, что у нас работает технопарк, и дети там занимаются, программированием занимаются, да, сайтостроение, сами уже разрабатывают разные сайты по окончании 11 класса, да, получается. На ЧПУ станках работают, проектируют, в общем, уже получают компетенции. Да, с определенными компетенциями выпускник у нас получается. То есть он может трудоустроиться в каком-то классе, да? Есть компетенции, которые позволят ему зарабатывать на жизнь. Да, получается. Вот я, отвечая на вопрос Валерия Ивановича, хочу сказать, что у меня очень четкое в этом плане есть мнение, что на самом деле это позор, когда после 11 класса человек не может поступить в учебное заведение. Это наше упущение системы образования. Значит, мы не даем соответствующее качество образования. Что касается ранней специализации, то сегодня мы живем в век науки и технологий, когда просто водители, машинисты и так далее, они практически исчезают как таковые профессии, вместо них приходит автоматизация, роботизация и так далее. Мы должны сегодня говорить о массовом высшем образовании. То есть мы должны подойти к этому вопросу с другой точки зрения, с точки зрения повышения качества образования, индивидуального подхода, чтобы... А когда мне говорят, что не все люди способны получать высшее образование, я в это не верю и никогда в жизни не поверю, ибо Бог сделал всех с одного материала, и каждый ребенок имеет на это потенциал. Безусловно, есть отрасли, которые требуют на сегодняшний день и механического труда, и буровиков, и так далее. Конечно,
таких детей, которые с раннего возраста хотят пойти на такие работы и так далее, мы должны тоже их вовремя увидеть, не отнимать у них дополнительно 10-11 классы, потому что после 11 надо поступать в высшее учебное заведение, и их после 9 класса направлять в среднеспециальное заведение, которое специально дают, и они уже вместо 10-11 класса могли получить хорошие специальности и пойти на работу. Выявлять таланты. Конечно, выявлять интересы каждого ребенка задача. Надо подходить. А вот второй вопрос о создании кадетских школ. Что вы думаете? Ко второму вопросу, да, хороший вопрос. Я считаю, что это очень актуальный и сейчас, так сказать, вопрос, который требует работы, конкретно, допустим, с нашей стороны, да, начиная с непосредственного руководства нашей страны, видит в патриотическом воспитании очень большую роль и большое внимание сейчас в это вкладывается. Я с этим, как заместитель по воспитательной части, вижу в этом тоже очень сильную воспитательную роль в патриотическом воспитании именно, да. И, допустим, как взять пример, да, хочу привести наш частный пример нашей Намской гимназии. Мы вот на днях должны подписать соглашение с нашей местной организацией ветеранов боевых действий «Воин», да, руководителя конечника Павел Николаевич, и наш глава УЛУСа Юрий Никитич Слепцов, руководство нашей гимназии в лице нашего директора Александра Валерьевича Новгорода. Вот. Видим в патриотическом воспитании очень большую роль. И считаем то, что сейчас мы должны воспитывать юношей, девушек именно в ключе любви к своему отечеству, к тому, чтобы его, так сказать, всегда держать на высоте, поддерживать, да, на фоне того, что сейчас в социальных мессенджерах, да, в коммуникационных технологиях сейчас идет очень такая идет такое большое распространение негатива именно в сторону осквернения, да, каких-либо моментов про нашу родину. Да, то есть трудовое воспитание и так далее необходимо. Кадетские школы есть в республике у нас, их три. Ну, одна специальная – это Якутская кадетская школа, замечательно. Вторая есть в Мирном, в Илюське есть. Что касается кадетских школ, я считаю, что это не просто должно быть старого формата, а когда вот строевой учат. Да, кадетские школы, если исторически посмотреть, это готовили государево служащих, потому что до 20 века сначала надо было пройти военную службу, потом пойти на государственную гражданскую службу. Человек, когда подписывал бюджетную роспись, он понимал, что он служит государству, а не чьим-то интересам. Вот так готовили в кадетской школе. Конечно, сегодня, если мы говорим о суверенитете государства, то она обеспечивается, безусловно, наукой и техникой. Если бы не было бы Курчатовского института, атомных водородных бомб, нашего ядерного щита, то, конечно, бы и, возможно, и бы наше государство не было. Поэтому 21 век – это век науки и технологий. И, возвращаясь снова к системе образования, которая готовит таких людей, мы сегодня говорим о интересном празднике, который инициировали учащиеся, выпускники, учителя сети президентских школ Республики Саха-Якутия. Мы с вами прекрасно знаем, что в 97 году наш первый президент Михаил Ефимович создавал эту сеть своим указом в память о народном учителе Михаиле Андреевиче Алексееве, куда были включены более 20 школ, но с годами их стало 47 школ. Удивительный феномен народного учителя нашей республики Михаила Андреевича Алексеева. Я бы хотел обратить внимание каждого школу, каждого учителя, еще раз перечитать его биографию, его методы работы с детьми. И сегодня сеть президентских школ тогда, в 1997 году, перед собой поставили очень большую цель войти, чтобы выпустить 100% выпускников, которые поступали в высшее учебное заведение. Сегодня у вас какие цели у президентских школ, скажите, пожалуйста. И все-таки очень многие отметили, что день благодарности родной школы – это как бы встреча выпускников. Наверное, не только выпускники в этот день должны прийти в стены школы и выразить свою благодарность. Вот продолжите две мысли, пожалуйста. Ну, по первой мысли, да, то, что поскольку мы являемся гимназией, да, мы, конечно, доказываем это прежде всего качеством даваемого образования, да, то есть именно поступаемостью наших учащихся в высшие учебные заведения, да, по их баллам в государственных экзаменах, ну и, конечно же, по воспитанию, да. Вот, конечно, не умаляя остальные школы нашей республики, да, мы считаем то, что... Но мы должны держать свой статус гимназии именно вот такими показателями. По второй теме, да, действительно, 3 марта мы хотим сделать это мероприятие не только для
выпускников, тех, кто закончил, да. Естественно, в этом мероприятии будут принимать участие это наши родители, да, которые, естественно, всегда по сегодняшний день оказывают помощь, всемирную помощь становлению школы, да. Есть родители, которые, ну, из троих детей трое, допустим, окончили, да, гимназию еще тогда, и сейчас они помогают. Помимо родителей также это участвуют, ну, гости, да, гости, люди, которые оказывают, тоже оказывают всегда помощь. Допустим, в нашей гимназии при строительстве нашего спортивного зала, нашего перехода, который ведет с здания гимназии на спортзал, да, переход, вот это все оказывалось помощью, так сказать, всего УЛУСа, да. Вот. И... То есть это все-таки общенациональное мероприятие, когда в этот день вас в школу могут прийти все и дать должное школе, поблагодарить ее, и общественность, и выпускники, да, и меценаты, и попечители, да, и крупные организации. И что в начале века, да, наш великий, да, Алексей Алексеевич Кулаковский, да, что Михаил Ефимович Николаев, что нынешнее наше руководство, да, понимают, что образование – это главное. Ну, главное, ценное, да, что есть, может быть, вообще, да, в любом народе, да, то, что как бы делает народ лучше, развивает его. И поэтому все мы должны быть благодарны именно системе образования, должны всегда его держать впереди и стараться развивать. То есть это очень большая ответственность и самой системе образования перед обществом. Да. Этот праздник дает нам перед системой образования очень большую ответственность, что мы отвечаем за будущее. И каждый день, когда мы идем на работу, мы должны это понимать. Вот, Роза Семеновна, какие пожелания вы бы сказали? У нас скоро заканчивается эфир. Всем нашим гражданам республики. Я хочу вот призвать выпускников, всех выпускников школ, принять активное участие в жизни школы, да, никогда не забывайте свою родную школу, всегда помогайте, да, не материально, так, ну вот, разными идеями, да, чтобы связь всегда у нас была, чтобы вы всегда к нам возвращались. Я, например, являюсь выпускницей Актёмского лицея, да, в 2007 году закончила, и вот, ага, и вот пришла работать в свою родную школу. Да. Большое спасибо, дорогие наши гости. Мы сегодня обсудили очень важную на самом деле вопрос. Я надеюсь, что никто не останется равнодушным. Каждый будет думать, что установленный праздник, день благодарности родной школы, что это будет общенациональным праздником выражения благодарности и признательности родной школе, системе образования, ровно как родителям, семье, за знания, заботу, воспитание и добрые отношения. Ведь благодаря школе человек получает фундамент, тот самый главный, знания, которые будут по всей течение его жизни помогать. И в школе человек находит друзей, наставников, друзей, и учителей на всю жизнь. Этот праздник должен быть общенациональным, общепризнанным. Дорогие друзья, как сказали наши гости, никогда не забывайте родную школу. Возвращайтесь к ней, она всегда ждет вас.